Губернатор Приморского края Олег Кожемяка проинспектировал ход работ по восстановлению мостов после тайфуна Хинамнор в Партизанском районе. Восстанавливали металлические пролеты вот от объездного моста. Видите, он сильно все выгибало. То есть мы сейчас те, что возможность есть, равняем. Так, ремонтные бригады за 2 месяца должны восстановить железный мост в селе Владимира Александровское. Здесь по этому мосту уже работают специалисты подрядной организации «СПЕЦСУ». Вот, то есть у них есть определенный план с тем, чтобы восстановить железный мост. Вот, взяли они на это более 2 месяца. Надеюсь, что, наверное, тут октябрь-ноябрь, к декабрю они должны здесь восстановить сообщение по временному мосту. Ну и будет продолжаться строительство основного моста. Он уцелел, с ним ничего не произошло, поэтому они плановым порядком будут его возводить. Также подрядчики восстановили объезд моста в селе Новицкое, который полностью разрушен стихией. Сейчас нужно установить водопропускные трубы, сделать насыпь, чтобы проходила любая техника. И мост на Новицкое, он также требует сейчас там восстановлен объезд. Вот, то есть необходимо там установить водопропускные трубы, сделать насыпь с тем, чтобы любая техника проходила. Вот, и там потребуется как минимум, наверное, 3 недели, месяц. С тем, чтобы поставить тоже железный мост и восстановить сообщение уже по основной дороге. Этим тоже будет заниматься подрядная организация, трансформ-механизация, спецсу. Такие решения приняты. Необходимо значит, сейчас сделать быстро проект, ну и приступить уже непосредственно, наверное, в начале октября, в конце первой недели октября приступить уже к возведению мостового сооружения, который до конца октября должен быть восстановлен по Новицкому. Отметим, глава региона лично руководит аварийно-восстановительными работами в пострадавших от тайфуна районах. Анна Дьякова, новости на 8.